Это, ребят, Айва. 79-го года выпуска. Вот. Никаких теразъемов. Все провода. Вот такая мешанина. Если честно, надо быстрее ей заниматься, чтобы потом вспомнить, что куда. Вот так вот делали в 79-м году в Японии. И все это ради того, чтобы поменять долбанные пасеки. Ну как вам? Интересно? Айва ко мне пришла профилактику лентопротяги и громкости. А в результате полная капиталка. Вот такой ужас. Глаза боятся, но руки делают.